Всем привет! Всем привет! Доброе утро, добрый день! Мы уже отработали сегодня, вот все вместе закончили, так получилось, что мы заканчивали с мамой вместе в одно и то же время, и мы за ней заехали. Вот сейчас привезли ее домой и возвращаемся уже обратно к себе. Вот, что, мы закончили, отработали, едем домой. Мы хотим, может, сегодня с Жекисом погулять, хотя у нас сегодня погода то дождь, то не дождь. Но вот подловить как-то надо момент. Мы хотели в лесочек сходить, может, сейчас пообедать сегодня. Да, хотим очень кушать сейчас. Вот. Что еще? Заезжали в магазин, там купили всяких вещичек. И все, вот такой вот у нас спокойный сегодня день, ничего особенного не происходило. Пишет на улице, что очень холодно, там 7-5 градусов, но на самом деле с утра, допустим, солнце светило, и, если жарко, честно, было прям очень жарко. А в квартире включили отопление, и еще жарче получается. Ну, короче, жесть. В квартире-то вообще дышать нечем, у нас постоянно открыто окно. У нас через пару дней обещают 13-14 градусов, а у нас отопление. Моя мама говорит, что будем отоплением обогревать улицу, и поэтому так жарко становится. Ну, в общем, в квартире нереально жарко, правда, открыто постоянно окно. Я очень переживаю, чтобы нас не продуло, потому что все равно ветер-то дует, хоть и холодно на улице, и дом... Да, я чуть засмотрелась, это холодно на улице, тепло дома, все равно хочется открыть окно. Ну, в общем, короче, бредятина какая-то у нас творится. Контролеры кого-то словили. И много кого словили. Ну, так стоят. Меня тоже один раз было, что меня словили. И у Богдана, было. У Богдана тоже. И паспорт возможности. У Богдана тоже было один раз, что его словили. Я просто забыл пополнить билет. Я думал, что он пополнился. Да, но смешно было то, что Богдан прикинулся итальянцем, иностранцем, не понимающим ни литовский, ни русский, а они говорили как раз-таки по-русски, а Богдан все понимал, они его, короче, отпустили, пожалели бедного они иностранца. Сказали, ну что мы с ним будем делать, куда А прикольно еще в том, что итальянец, ничего не понимающий по-литовски, с именем и фамилией Богдана с Никитинас. Это очень смешно. Я мог родиться тут в маленьком возрасте. Ну да, не, мог, но объяснять это все. Просто не догадались. Это хорошо, что не догадались. Вот. А сейчас ездим на машинке, и нам все хорошо. Мы пришли погулять в лес. Да, мы экипировались. Я завязала шарф, одела капюшон. Мне очень холодно, я поняла, что в следующий раз я пойду с... Иди сюда, Джека. С этим шапку уже надо одеть. Я не знаю, как Богдан ходит до сих пор. Что за краб показал? Вот, идем, я не знаю, там больше места будет. Идем дальше, да. После такой прогулки точно чайку потом мы закупим. Ну так я думаю, мы будем кушать. А что мы будем кушать? Так я же собиралась эти куриные блины делать. Ай, да? На ужин? Не будешь? Ну, думаю, это очень много. Ты не я просто наелся так хорошо в обед. Ну посмотрим, ладно, решим. Ну там еще лазанья есть, если что. Ну хорошо, это твой кусочек остался. Можем что-нибудь так пожевать. Ну посмотрим. Пожевать. Мы хотим, короче, спуститься сейчас из леса и обратно уже пойти вдоль дороги, потому что темнеет. Мы хотели в лесу погулять, но мы не успеваем. Вот. Ну, короче, сейчас спустимся вниз, и тогда будем решать, куда идем. Там как-то идем к дороге или. Ну, наверное, там мы пойдем, поэтому. Наверное, там пойдем. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Мальчики пришли ловить себе ужин. Дикий. Смотри. Что? Ну куда? Он же сейчас мокрый будет. Смотрите, не нравится утка? Тут все поменялось. Травы нету вокруг этого пруда. Джек сел. Что учи, смотри, ну я вижу, как ты его учишь хорошо. Сел.
Сидеть. Очень легко ему сконтролировать себя, конечно. Сидит, сидит. Джека, ну расскажи, что это? Это ужин? Это из консервы ты кушаешь из этого, да? И что бы ты с ними делал? Если вы помните, кстати, здесь зима, которая... То я сказала, что здесь уже все изменилось. А летом здесь Джек купался в этом прудике. Но, правда, сейчас уже холодно. Столько их здесь много, капец. Здесь все тоже изменилось, везде здесь песок один. Ну идемте мы вот туда, я не знаю, можем здесь подняться, можем пойти там. Там просто стройка, может пошли... Там через стройку? Ну пошли через стройку. Мама уже когда-то проходила, помнишь, мы встречались. А, ну да, мама проходила, значит есть проход. А, ну ладно, хорошо, посмотрим, что там строят. Каштан? Откуда он здесь? Дети принесли. Джек, очка. Каштан? Да. Ну, слава богу, у тебя есть еще штаны. Нет, так все хорошо. Я же постираю. Все равно ты же не носил бы неделю. Ой, куда ты его кинул? Далеко, далеко. Вон, 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 вон. Джека, вот, вот, вот. Джека. Где, где? Вот, смотри. Схватил. Ай, довольный, довольный, по кругу бегает с каштаном. А вон еще шишка Джека. Тын-тырын-тын-тын. Джека! Уже каштан. Джека! Я на него упал. Ага. Так, началось. Ого! Ты видел эту торпеду? Как молния Маквин. Я закрыл окно, а мы проветрили, потому что вышли на улицу и забыли открыть окно. Пришли, у нас тут так душно. Ну и мы думаем, ну вообще уже голова не варит у нас. Мы вышли, мы гуляли часа полтора, и за это время могло бы классно проветриться, но мы, короче, мы да. Как обычно. Валя себе сделала. Ленивые вареники. Варенички. А Богдан... Меда? Нет, это сахар просто. У нас коричневый, так он оставил. А если просто чай и бутерброд с нутеллой? Богдан ничего не хочет, я ему и то предлагала, и лазанью предлагала. Я хотела делать отбивные, но Богдан вообще не хочет. Я предлагала, что еще... Случайно наступила Степана. В общем, короче, муж мой ничего не хочет кушать, он питается только нутеллой, не знаю. Только шоколадом, да? Вот. А мы решили пересмотреть американский снайпер, фильм военный. Сейчас посмотрим, будем отдыхать уже, потом, не знаю, уже, наверное, сегодня пораньше надо лечь спать. Да, надо сегодня спать. Мы... Что-то мы в последнее время, какой-то ритм у нас очень сбитый, то мы... В два ложимся, то мы я уже в 11 засыпаю и не могу уже ничего делать. Короче, у нас какой-то сбитый ритм, надо его налаживать, потому что просыпаемся в любом случае рано, потом хочется спать. Короче, бред какой-то творится, надо налаживать как-то. Ну, в общем, давай, а сейчас покажу, приятного аппетита. Очередной наш день рабочий подошел к концу. Я сижу тут за компьютером, сейчас буду делать видео. В общем, как мы сегодня и говорили, мы хотим пораньше лечь спать и... У нас это пока получается, но такое, уже 11, как бы я планировала в это время уже лежать в постели, но мы уже сходили в душ, так что осталось совсем чуть-чуть. Мне там Богдан помогает, моет посуду. Ку-ку! Там немного, да? Посуды. Вот, так что все, будем отдыхать. Завтра работа у меня только вечером, я утром... Хочу по дому чуть-чуть прибраться. Ну, короче, таких вещей. Кстати, я сегодня, если честно, я не записала себе в дела, что надо разобрать зимние вещи, я что-то забыла. Мы как поехали за мамой, потом приехали, отдохнули, короче, и, в общем, что-то я как-то забыла, что надо вещи
Так что завтра я сейчас достану свой дневник. Ну, не дневник, там тетрадку, где я записываю всякие вещи, что сделать и так далее. Вот, так я, короче, запишу, потому что по-другому я не вспомню вообще. Наверное, не вспомню. Но лучше мне записать, мне тогда приятно каждый день вычеркивать эти вот дела, как-то так, мотивации больше. Вот, так что хочу разобрать. Ну и все, и таких сильно планов по дому завтра нет, потом работа, и будем уже, вот пятница, уже такой у меня посвободнее день, уже отдыхать, набираться сил. И, кстати, погулять тоже хотим завтра, может, куда-нибудь сходить с Джекисом, как сегодня, потому что надо пользоваться этими последними днями. Потом мы смотрели погоду, она все такая дождливая, серая, будем сидеть дома. Ой, все, идем мы, короче, спать. Так что увидимся с вами завтра. Спасибо, что были с нами, и всем спокойной ночи.